Есть дом на территории этой резиденции 630 квадратных метров, который принадлежит Януковичу, который я купил за собственные деньги, которые задекларировал. Да. А это вот моя в вашей резиденции платили за деревянную мебель 1,7 миллионов евро. Значит, еще раз повторяю, что все остальное, что на этой территории, оно не принадлежит мне лично. И за никогда парк? Не принадлежало. За парк? А? За парк, который там страусы и все так далее. Что кому? Плохого, что я поддерживал? Скажите. Что вы поддерживали? Что я поддерживал этих страусов. Что плохого в этом? Поддерживали. Но они страусы? Жили там. Да, они просто жили там. На территории вашей резиденции? А мне закрыть глаза и ходить... Ничего не видеть? Нет, ну, извините Нет, меня, вы понимаете, когда что президент страны живет на территории со страусами, которые просто там ходят, это немножко невероятно. Нет, они просто так там не ходили. Там отдельная совершенно территория. Это была одна территория, я сам там был. Видел. Нет, так, пожалуйста, одна территория, но у меня там 1,7 гектара территории. Президент страны, вы хотите сказать, что президент страны жил на территории чужого приватного зоопарка? Что значит, там территория этого зоопарка, вы понимаете, вы задаете вообще-то некорректные вопросы. У меня особенно времени не было там бывать. Я работал. Да. Хотя я же люблю животных.